Форум оценивают его как центрально-выставочное событие топливно-энергетической отрасли, который вновь собрал на своей площадке ведущих представителей международного нефтегазового и энергетического сообщества. Подробности в репортаже моей коллеги. В этом году под эгидой проходит целый ряд отраслевых событий. Всего форум вобрал в себя 28 мероприятий. Стоит отметить, что для участия в работе форума в столицу прибыл представительный состав участников свыше 400 компаний и брендов, более 50 спикеров и 500 плюс делегатов. География участников события включила в себя 29 стран. Основу всем событиям, которые сегодня объединены в единый формат энергетического форума Узбекистана, заложила флагманская выставка «Нефть и газ Узбекистана», отмечающая в этом году свой 25-летний юбилей. По словам организаторов, вклад данной выставки в развитие нефтегазовой, горнодобывающей и энергетической отраслей огромен. Выставка АГУ-2023 проходит в этот раз 25-й раз, то есть это юбилейная выставка. И именно на этой выставке мы можем видеть развитие отрасли. То есть и отрасль развивается, и выставка вместе с ней. В этом году желание изъявили очень много компаний. Это из трех континентов 29 стран, более 400 компаний. Традиционно широкой экспозиции в рамках национального павильона выступают компании Российской Федерации под эгидой Российского экспортного центра. 44 экспонента. Ведущие производители оборудования, разработчики технологий, инжиниринговые компании представили широкий спектр продукции. Мы участвуем на АГУ уже 5-й или 6-й раз. Очень полезная, хорошая выставка. Мы работаем уже с 7-го года очень плотно с Узбекистаном. Мы участвовали в строительстве Мбарекского ГПЗ 4-й нитки. Сейчас у нас новые большие проекты, в том числе по локализации. Наша компания представляет конгломерат из 8 заводов российских, который производит всю запорно-арматурную регулирующую арматуру от вентилей мелкого диаметра до задвижек 2000 и выше. Также мы производим привода и многие другие. Эта выставка дает для нас имидж прежде всего. В рамках этой выставки мы планируем заключить порядка 6 договоров и планируем продолжить сотрудничество в том же духе. Посетители выставки отметили высокий уровень организации и широкий выбор предложений от экспонентов. Масштаб, если честно, удивляет. Выставка с каждым годом набирает обороты, становится все больше и больше. На мой взгляд, проведение таких мероприятий очень важно для того, чтобы такие компании, как моя, например, имели возможность познакомиться более подробно с локальным рынком, локальными особенностями и основными игроками на данном направлении. Напомним, выставка продлится до 20 мая включительно. Махира Каюмова, Тахир Абдуллаев, информационная программа «Пойтахт». В столице завершилось одно из важнейших событий в области права в Центральноазиатском регионе – третий международный юридический форум «Ташкент Лоу Спринг». Конференция стала открытой площадкой для обсуждения международными, зарубежными и отечественными экспертами современных правовых тенденций через призму фундаментальных прав.